Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Как видим, она здесь скрывалась, наверное. Почему-то надорвано все. Так, что-то там в середине калатает. Так, это у нас блок для... Вернее, как его правильно назвать, это для аккумуляторов. Ставим аккумуляторы в данный бокс. Будет работать как пауэрбанк. Но так, вот так оно вытягивается, что-то там калатает в середине, непонятно что. Тут уже что-то надломанное. Туговато выезжает, но ощупь такое себе, довольно-таки некачественное. Наверное, ее футболили сюда, эту хрень. Идиоты. Так, в общем, это ерундень. Была заказана на сайте GearBest. Какое-то 23 июля. Добиралась, как видим, сюда очень, очень долго, больше месяца. Стоимость, если не изменяет память, около $5. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Заходим на сайт. Как видим, тут вот 10 400 мА получается. Пауэрбанк такой. В общем, заходим на сайт GearBest и заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.